И так, короче, каждый раз. Я не знаю, я в этом городе в первый раз, поэтому, может быть, мы найдем тут покушать сейчас. Не смотрите на мой костюм, это сложно объяснить. Это твою мать. Пулемет. Так, ну все, я вроде ушел из зоны поражения. Окей. Короче, можно было бы зайти к нему. Но я не думаю, что это стоит делать с Ленфилдом против пулемета. Тем более у него там прицел, судя по всему, есть. Ах, ты петушишься еще. Попал он меня. Запаришься. Хорошо. Ну, раз такое дело, пойдем грудью. Не знаю, он там горочки, как вы видите. С горочек можно будет зайти. В принципе, тогда его преимущество с прицелом будет его минусом одновременно. Хрен тебе, я не попал. Сейчас, наверное, так и сделаем. Как на это смотрите? Это, конечно, камикадзе, но, в принципе, мне терять-то особо нечего. Хорошо. И где же вы, касатики? Здесь ездит УАЗик, это их УАЗик. Я мог бы уже 100 раз снять водителя, потому что возможность предоставлялась. Но я подожду, пока они вылезут. Постараюсь снять хотя бы парочку. Но вы понимаете, это Ленфилд. Он с такого расстояния, у меня будет один выстрел, скорее всего. То есть он тупо не стреляет на большие расстояния. Постоянно идет дикий разброс. Но мы попробуем. Видите, они копошатся там зомби. Это значит, что по первому этажу бегают игроки. Поэтому всегда можно вычислять врагов на такой базе. Вообще на этой карте очень много вот именно таких построек, и очень многие их занимают под свои базы, потому что это очень удобно. Там можно и вертолет посадить, и несколько выходов, и огромный гараж, там реально можно такой парк держать. Но то, что вы стреляете в проезжих, тут пока я полз, к ним еще парочку машин постреляли они. По-моему, чувака еще какого-то убили. Беспредельщики. Так, ну давайте выходить. А ты, касатик, давай дави зомби. Мне проще потом будет полутать вас, если что. Хотя не думаю, что это хорошая идея. Да-да-да, вот так. Первый выстрел я по-любому положу. Опыт есть. А дальнейший опыт подсказывает, что лучше бы после этого уходить. Потому что второй, третий выстрел... Это уже будет очень сложно. Так, ну давай. Нет, надо снять водилу. Блин, неудобно. Мы приготовились. Да, погнали. Вошло? Кажись, вошло. Да. Счетчик трупов обновился. Так, и теперь начинается шарманка. Давай. Ты думаешь, я там? Зря ты так думаешь. Самое главное, не спешить. Попал. Но не упал. Блин, вы видите, как это сложно. Второй побежал. Это уже опасно. Че, ребята? Так, все, отходим. Нагнули вас самый простой Ленфилд винтовки. Окей. Ну что я хочу сказать? Я думаю, мы вернемся завтра. То есть во все оружие уже, потому что сейчас и спать уже охота, да и блин, я не знаю, с этой винтовкой я особо не навоюю. Короче говоря, послание, я думаю, не получили. Ребятам тут, я смотрю, и без меня весело. Сколько прошло? 3 дня, по-моему. Я смотрю, многое поменялось. Откуда тут столько вертолетов? Это пипец. То ли на них накат был, но а что вот эти вертолеты вокруг делают? Ох, что ж ты глючишь-то так. Но там на крыше кто-то вроде копошится, и знаете, мне только что в чате написали, ну не мне написали, что эти ребята, которые там сидят, покопались в настройках и убрали деревья. Вполне возможно. Тихо. Потому что очень уж они четко снимают. Погоди, это что это такое?
Я не понял, атака камикадзе, что ли? Вы это видели? Конечно, вы это видели. Чат просто с ума сошел. Нормально. Я вообще не понял, что это бесполезно. Да нет, с такого расстояния не попаду я. А вот поближе можно было бы подойти, но... Какого черта? Давайте пойдем на базу, она здесь недалеко находится. Возьмем БРДМ, разнесем все это к хренам собачьим. Я точно знаю, что его пулемет в легкую вынесет их дверь. Посмотрим, что у них там внутри. Спалим к чертовой матери. Погнали. Я бы уже ушел сейчас, пошел бы за своим БРДМом, но здесь нарисовался один из БРДМов, которые грозились сюда приехать. То есть я написал в чате, что здесь есть ребята, которые просто беспределят. Несколько людей откликнулось, это походу один из них. Давайте посмотрим, к чему это приведет. Там что-то движуха вообще нездоровая. Стреляет напропалую, заполошно так. СПКВТ. Здесь, кстати, да, на этом сервере есть БРДМки с пулеметом. Спарт в Япона, мать, это что такое? Какого? Это то, что я думаю? Базы нет. Охренеть. Я не знал, что даже так можно. Ребята просто вынесли. Что-то сегодня слишком нездорово происходит. О, садит. Я думаю, те раки, которые там сидели, сейчас очень рады. Там что-то... Они еще не умерли, что ли? Ну, трассеры летят. Крупный калибр, он все-таки крупный. Его, в принципе, можно не бояться, потому что, насколько я понял, это нормальный человек. То есть не стреляет в тех, кто, очевидно, мирный. Хотя пулю можно получить шальную, поэтому ладно, побежали отсюда. И вы знаете, что я хочу сказать? Вот те люди, которые сидели в этой базе, они этого заслуживают на 100%, потому что они стреляют во все, что движется. Именно такие игроки, в принципе, делают DayZ очень такой игрой, короче говоря. Без них было бы скучнее, я согласен, но тем не менее. Так, ну в принципе можно, я думаю, уходить отсюда. Еп. Охренеть. Там, по-моему, контрольный только что был. Короче говоря, меня опередили. Я тоже хотел приехать на БРДМке, которая у меня точно такая же есть одна. Но... Теперь я вижу, что это не нужно. Меня, честно говоря, очень радует, что на этом сервере есть люди, которые тоже готовы убивать бандитов. Так, ладно, погнали отсюда. Здорово. Красавчик вообще. Это ты самолет ранил? Самолет и вертолет. Ну ты вообще потерянный. Я смотрел. Ладно, я побежал, подвозить не надо, мне тут близко. Давай, с удачи. О, народ дает, офигеть. Таня, это че? Какой блэк? Ну ладно, побежали, я думаю, неплохо мы сегодня денек провели. Стали свидетелями таких событий, которые не каждый день. Понял, я сам радистом раньше был. И после войны, ну, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник и целился. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались не стрелять. Но, может, для оккупации берегли. Никто же не думал, что это самая последняя война, когда уже все равно. Ну вот, сидел я в радиорубке, слушал эфир. И пришлось всякого наслушаться. Сибирь молчала вся. А вот остальные выходили на связь. В том числе атомные подлодки наши. Подлодки еще запрашивали приказы наносить еще удары по ним. Тут никто не верил, что Москвы-то больше нет. Бывалые морские капитаны, как дети в эфире, плакали. Офицеры и матросы умоляли меня проверить, нет ли их родных среди выживших. Что я мог сделать? Ничего.
Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война, может, и кончилась.